Ремонту все-таки быть. На противоаварийные работы филармонии выделят более 59 миллионов гривен. В департаменте капстроительства и дорожного хозяйства УГА сообщили о неотложных консервационных работах на памятнике архитектуры. Тендер объявили 5 октября, а выбор подрядчика планируют закончить к концу месяца. Победитель аукциона установит строительные леса, снимет аварийные элементы декора и разберет кровлю здания, заменив ее на временную. В театре надеются на то, что, несмотря на ремонт, все еще смогут принимать зрителя. Отмечу, что проектно-сметная документация должна быть готова до начала ноября. Здание Новой биржи, а ныне филармонии, привлекло внимание президента Украины во время его визита в регион в сентябре прошлого года. Он же и анонсировал реставрацию здания. В том же месяце осматривал театр министр культуры Александр Ткаченко, который заявил о передаче памятника архитектуры в государственную собственность и проведении работ за счет бюджета. Тогда экс-глава Одесской обладминистрации пообещал сделать все возможное, дабы ускорить процесс. Но до начала 2021 года о реставрации здания говорила лишь его руководство.